Четвероклассница спасла двух друзей. Альфия Тажибоева, дочь переселенцев из Узбекистана, вытащила тонущих в Волге детей. Школьники вышли на прогулку, а когда спустились к реке, стали бросать камни в полынью. Альфия попыталась отговорить друзей, опасаясь, что лед может треснуть. В итоге так и произошло. Брат с сестрой ушли в воду по шею. Четвероклассница не растерялась и прыгнула к ним. По очереди она помогла выбраться своим друзьям, после чего вылезла сама. Девочка получила незначительное переохлаждение.